Яков Исидорович Перельман, занимательная арифметика. Миллион секунд. Здесь я предлагаю доступный для каждого способ развить в себе более отчетливое представление о величине миллиона. Для этого нужно дать себе труд поупражняться в мысленном миллионном счете мелких, но хорошо знакомых нам единиц – шагов, минут, спичек, стаканов и тому подобное. Результаты получаются нередко неожиданные и поразительные. Приведем пример. Сколько времени отняла бы у вас работа пересчитать миллион каких-либо предметов по одному в каждую секунду? Оказывается, что считая безостановочно по 10 часов в сутки, вы закончили бы подсчет в месяц времени. Приблизительно удостовериться в этом нетрудно устным вычислением. В часе 3600 секунд, в 10 часах 36 тысяч. В трое суток вы, следовательно, пересчитаете всего около 100 тысяч предметов. А так как миллион в 10 раз больше, то чтобы досчитать до него понадобится 30 дней. Примечание. Отметим для сведения, что в году астрономическом 31 558 150 секунд. Миллион секунд в точности равен 11 суткам, 13 часам, 46 минутам и 40 секундам. Конец примечания. Отсюда следует, между прочим, что предложенная ранее работа поставить в тетради миллион точек потребовала бы много недель самого усердного и неустанного труда. До какой степени люди склонны недооценивать величину миллиона, показывает поучительное заблуждение самого Уэллса. Предостерегая других от преуменьшения миллиона, он заканчивает приведенный ранее отрывок таким советом. В маленьких размерах каждый может устроить это сам для себя. Стоит только достать сотню листов толстой бумаги, разлиновать их на квадратики и поставить крупные черные точки. Подобное изображение было бы очень поучительно, хотя не в такой, конечно, степени, как осуществленное в большом масштабе. Почтенный автор, видимо, полагал, что работа эта вполне под силу одному человеку. Да и тетрадь для этого понадобилась бы страниц в 1000. Тем не менее, такой труд был однажды выполнен. В распространенном английском журнале я видел как-то воспроизведение страницы из тетради, единственное содержание которой составляет миллион аккуратно расставленных точек по 1000 на странице. Все 500 листов этой тетради были разграфлены карандашом и заполнены рукой одного беспримерно терпеливого учителя чистописания в середине прошлого столетия.